Продолжаем программу. Филармония в предаварийном состоянии. Пора делать ремонт. Власти намерены отступать от планов по реконструкции концертного зала имени Глинки. Сегодня там состоялось выездное совещание во главе с председателем областной администрации. Приводить в порядок Запорожскую филармонию будут в несколько этапов. Сначала реконструкция коснется технического оснащения, водопровода и канализации. Затем замена кровли, внешняя и внутренняя отделка, что называют самой сложной частью. На все это власти планируют потратить 4 года и более 30 миллионов гривен. Объект фактически находится в предаварийном состоянии. В предаварийном, то есть его можно посещать, но если им не заниматься сегодня, а не дай бог завтра, объект будет аварийным. В этом году мы планируем выполнить экстерьерную часть, прилегающую территорию и крышу. Проект сам по себе будет не менее 30 миллионов. В этом году мы планируем освоить порядка 9-11 миллионов. Также мы будем помогать в части, если будет необходимо, наши услуги, наших коммунальных предприятий. Понятно, мы все силы приложим, чтобы максимально выполнить поставленную губернатором задачу. В этом году планируют закончить реконструкцию технической части и прилегающей территории. Больше всего времени займет внешняя отделка. Здесь нужно учесть и сохранить архитектурную уникальность здания. И многие детали отделки не подлежат полной замене. Поэтому здесь нужно еще как следует поработать, говорит председатель облгосадминистрации.